Здание агентства на улице Гоголя 2В хорошо знакомо каждому жителю областного центра. Уникальное учреждение, которое, заботясь о комфорте горожан, помогает делать сложное простым. Так, в преддверии Дня Октябрьской революции специалисты предлагали бесплатную помощь в вопросах, связанных с недвижимостью. Такие акции мы проводим ежеквартально, два раза, то есть даты определены. Ну, обычно мы приурачиваем к какому-то либо празднику. Последнюю акцию мы проводили 17 сентября, приуроченную к Дню народного единства. Сегодня мы проводим акцию, приуроченную к Дню Октябрьской революции. В перспективе анонсирую сразу, что мы проведем еще 29 ноября. 1 декабря у нас День юриста, поэтому мы тоже приурочим данное мероприятие. Три специалиста, имеющие большой опыт, каждый в своей сфере, помогали обратившимся людям в решении их вопросов. Одним необходима была лишь консультация, другим – точные разъяснения и советы, куда обращаться дальше. Я думаю, данная практика будет продолжена и в следующем году, потому что она дает свои плоды. Гражданин, получивший документы у нас в окошке, если он какие-то вопросы у него есть, он может напрямую обратиться к начальникам отдела, потому что у нас здесь в основном начальники отдела и контроль качества, то есть компетентные люди, которые как раз-таки контролируют качество той продукции, которую мы выдаем гражданам на руки. Всего за получением консультации обратилось 25 граждан и 3 представителя юридических лиц. Квалифицированные советы по поставленным вопросам, которые включали в себя проверки характеристик недвижимого имущества и его оценки, регистрацию, удостоверение сделок и разъяснение по дальнейшим действиям, получил каждый обратившийся.